Это мой быстрый видеообзор номера в отеле Hilton, который находится в Нью-Йорке. Это перекресток улиц 6-й авеню и 53-й улицы, если я не ошибаюсь. С одной стороны это знак Love, с другой стороны здание это знак Hope, Надежда. Мы находимся на 22-м этаже, номер у нас небольшой. Но наконец-то я увидела то самое место, это стол, напротив которого есть зеркало. Почему-то как-то все так темно выглядит. Сейчас уже практически без 10:11. И я ждала хорошего освещения, когда выйдет солнышко. Но даже на камере я вижу, что света мало. Как вам вид из окна? Как-то попробую передать это все. Посмотрим, что получится. Я задаюсь вопросом, кто решает, какой высоты будет здание? Одни выше, другие ниже, разная этажность. Вон он, знак Лав. Тут, конечно, классное место. В интернете есть несколько фотографий, где можно сидеть на фоне красивых небоскребов в разных странах и что-то писать, рисовать, думать, мечтать, фантазировать, вдохновляться. Искать какие-то новые идеи или вводить какие-то новации в своей жизни или просто приводить мысли в порядок. Так вот, из практической точки зрения сделать такую фотографию в реальности очень сложно, потому что не хватает света. То есть со стороны улицы света очень много, а со стороны комнаты очень мало. И вот на вот этом вот контрасте фотографии получается. Ну, я вам хочу сказать, надо постараться, чтобы сделать хорошую. Второй момент. Вот здесь очень хорошо сидеть и... как бы планировалось, да, сидеть и делать макияж с утра, но это вот гранитный подоконник безумно холодный, и сидеть на нем долго вы не сможете. Хотя сейчас у нас 25 градусов в комнате по Цельсию. На улице передавали пробки. Я не знаю, где они видят тут пробки. Скажите мне. Ну, чуть-чуть трафик есть, то есть там движение есть. Но так, чтобы прям вообще не пройти, не проехать, я бы так не сказала. Мне нравится вот сочетание, знаете, с одной стороны люди живут, а напротив офисное здание. Напротив офисное здание. Сегодня понедельник, 3 апреля 2017 года. Была я год назад, 5 апреля 2016 года, и делала фотографии на фоне Love. У меня есть видео и на фоне Hope. Вот прошел год практически, да. Послезавтра будет год. И мы на том же месте в тот же час. Мне нравится вот это вот сочетание. На контрасте рядом дом такой с лепниной. Что-то в нем такое есть уютное, красивое. Хочется его разглядывать вот зеленой крышей. Вот видите, опять темно стало. Хотя на улице вот солнышко уже вышло. Передавали дождь, но, надеюсь, сегодня этого не будет, не произойдет. Да, и вот рядышком есть дома арматурные, железные, стеклянные, с черным пластиком, серым пластиком. Вот, как-то это все уютно выглядит. И вон еще на домике, если видно, на крыше есть зеленые насаждения. Как-то уютно смотрится. Я думаю, на зиму они их убирают или как-то кутают в тепло. В общем, пойдем сейчас погуляем, посмотрим, как оно будет со звуком. Это будет видео точно со звуком, с таким небольшим моим рассказом, описанием. И комнату, да, комнату я вам покажу, конечно же. Большая кровать King. Вход. Комната меньше, чем была в предыдущих отелях. И сразу душ. Такая вот кабина стеклянная. Мне нравятся стеклянные двери. Наше имущество. Я. И при выходе шкаф, зеркало, телефон, подзарядка, вещи. Как всегда, моя физиономия на память. В общем, вид хороший. Есть две пары штор. Одни простые такие гардины, и вторые плотные. С этой стороны могу показать. Вот они, такие вот. Чтобы свет не мешал вам просыпаться, хотя встаю я рано. Классный вид с окна. В
комнате хорошо, во всех отелях можно в каждом своем номере регулировать тепло. Холодно тебе или жарко. Эту ночь спать было тепло. Я хочу пойти прогуляться. Уже у меня был завтрак. Я не голодная. Я решила записать еще видео с выключенным светом, чтобы вы увидели норму освещения при выключенных лампах. На потолке, как мы видим, ничего нет. Это просто освещение от одной вот этой вот лампы. Здесь такая фоторабота из Центрального парка. Так вот, что я вам хотела еще добавить по поводу номера. В отеле Hilton, в нашем, у нас не оказалось мини-бара, холодильника или чего-то напоминающего предмет, содержащий холод. Здесь нет кофемейкера, то есть воду себе вы закипятить никак нигде не сможете, только, естественно, от $2 и выше покупать чай себе или кофе. Допустим, сегодня чай мы покупали за 4, по-моему, 25, большую такую большую упаковку чая, и это просто кипяток, все остальное ты делаешь себе сам. Вот такие вот цены для завтрака на Манхэттене в отеле Hilton. Это было непосредственно на кухне во время завтрака. И еще по поводу бытовых, то есть уходовых средств. Обычно сюда, когда едешь, ничего брать с собой не нужно, все есть, все выдается. В этот раз все было на одну персону и не полностью весь набор, который должен быть по логике хотя бы, да. И я обратила на это внимание, попросила их исправить, все было исправлено, они целый пакет огромный принесли и сказали: да-да-да, извините, и пожалуйста, как говорится, не обижайтесь. Ну, как-то не досмотрели. Получилось не на одну особу, а где-то на 25%. Все остальное было куда-то, не знаю, не доглядели они, когда готовили номер. Так что, когда едете, ничего с собой брать не нужно, все здесь есть. И если у вас что-то заканчивается, вы обращаетесь, и вам снова пополняют запасы, приносят столько, сколько необходимо. Но на всякий случай информацией делюсь с вами, вдруг кому-то пригодится. Утро сегодня нас встретило туманное, дождливое, моросит дождик. Сейчас 9 утра. Соседних небоскребов немножко не видно из-за тумана. Вот туда верхушка уходит. Другой вид на Манхэттен, на Нью-Йорк. Некоторые люди ходят зонтиками, некоторые нет. Туман-туман, пасмурно. Вот такие вот цвета Нью-Йорка. Красный, оранжево-желтый, салатовый и белый. Мне как-то больше нравится с нормальной погодой. Оно в сон клонит и немножко не так весело. С высоты это выглядит все интереснее. На улице, конечно, это все мокро и прохладно. Сейчас вам попробую сказать, сколько у нас градусов. У нас часы были видны с окна. Вот здесь были часы на доме. Что-то их отключили, пока не видно. Там показывали время и градусы в Фаренгейтах и в Цельсиях. Сейчас, наверное, градусов 10, может 8 по Цельсию. Не так все плохо. Я знала, что будет пасмурная погода сегодня по
прогнозу погоды. Тоже автобусы ездят. Сегодня вторник, 4 апреля 2017 года. Тоже люди уже на работе, многие. Транспорт продолжает ездить, уже пробки не такие большие. Тоже хотела вам показать Нью-Йорк с другой стороны, немного с другой погоды, чтобы было какое-то сравнение. Всем спасибо за просмотр!